Я долго балансировал эту карту, чтобы сделать ее прохождение интересным. Вроде бы учел все нюансы. Только люди с IQ больше 110 смогут пройти эту карту. Шучу. 110 будет мало. Легенда. К концу второго тысячелетия стало ясно, что проект реформирования Марса потерпел неудачу. Люди не учли множество важных факторов и в попытках разбудить вулканическую активность планеты сделали только хуже. Колонизаторам пришлось спешно перебираться на пояс астероидов, оставив на пустынной планете руины, догорающие в озерах кипящего кислотного бульона. Ты, пилот-инженер суднорудной разведки корпорации Майнкрафт, бортовой номер PN-013. Исследуешь окрестности в поисках планетоидов. При заходе на маневр пращи ловишь болт, выброс топлива из вспоротого бака гасит скорость и судно ныряет в жиденькую атмосферу. Под тобой проплывает миленький пейзаж с зеленоватыми озерами. Плохая новость. Борт PN-013 уже не взлетит. Хорошая новость. Твой любимый поисковый Харви успешно отстегнулся и удачно сел. Ситуация. У нас есть топовый ровер, до отказа забитый разными крутыми штуками, но у нас нет стартовых ресурсов. Цель – построить ракету и улететь. Методы достижения. Не буду спойлерить, но прохождение карты заставит смотреть тебя на игру под другим углом и подкинет нетривиальных задач. Кажется, на востоке я видел руины, в которых что-то светилось. Может быть, там кто-то живет? Нужно проверить. И да, чуть не забыл. Первую руду можно добыть взрывом, но это не единственный путь развития. И берегите розовый баллон. Хорошей игры!